back in ETV. Всем привет! С вами Welcome to Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля Три моста группа Кобра. Привет, ребят! Привет! Как ваши дела? Отлично. Не мерзнете? Замерзли. Давайте же скорее начнем. Что споете нам? Мы споем песню про зефир. Песню про зефир слушаем. Я хочу поболтать с тобой еще, пока дьявол не смотрит на часы, пока я доедаю свой зефир, пока ты еще можешь изменить мир. Я хочу поболтать с тобой еще, пока дьявол не смотрит на часы, пока я доедаю свой зефир, пока ты еще можешь. Спасибо вам. Осторожней. Любите зефир? Да. Еще про какие-нибудь сладости есть у вас песни? Нет, у нас в основном песни про животных. Да, про каких, например? Например, про, ну, то есть про животных, про птиц, про павлина, про... Что у нас там еще есть? У нас в песнях целый зоопарк, по-моему. Скоро проведут будет. Да, микрофон, стойте, говорите в микрофон. Скоро будет песня про медуз. Да, и это будет песня, которую написал Денис. Это будет наш первый опыт в группе, где текст будет написан не мной. Вот. Так обычно ты пишешь, да? Про зефир. Да, про зефир и про животных. Понятно. Здорово, ну, очень близкие темы нам, чего уж говорить. Мы тоже любим и зефир, и животных. Спасибо большое группе Кобра. Прекрасно, ребят. Очень красивая шляпа. Спасибо большое, отель Три моста, за площадку. Увидимся снова скоро. Пока-пока.